Предприимчивые владельцы, видимо, решили, что проще получить единовременную выгоду и проигнорировать предписания, которые были оформлены ранее. Впрочем, много заработать не удалось. Собственников уведомляли о необходимости демонтировать конструкцию собственноручно. Ими был выполнен только, забрали товар, конструкция так и осталась на месте, поэтому управление муниципального контроля совместно с МКУ «Ремстрой» осуществили демонтаж. Ларек будет отправлен на штрафную стоянку в поселок Цыбанабалка. С 29 апреля на межведомственной комиссии было принято решение о сносе более 100 объектов некапитального строительства. Большую часть собственники убрали сами, но 20 строений еще ждут своей очереди на снос.